Кино про популярную куклу Барби вызвало оживленные дискуссии среди звезд. Фильм режиссера Греты Гервиг «Барби» вышел в мировой прокат в начале июля. Знаменитости поделились своими впечатлениями о фильме «Барби». Милана Тюльпанова отмечает, что фильм «Барби» стал ярким примером успешного маркетинга, но не шедевром. Промоушен перед премьерой был очень интенсивным, который превзошел рекламный ажиотаж других голливудских фильмов. Весь мир охватила розовая атмосфера, люди стали примерять на себя стиль барбикор, а нейросеть создала Барби из миллионов портретов. Все это была чистая реклама, в то время как сам фильм оказался достаточно средненьким. Андрей Малахов считает, что фильм «Барби», собравший 1 миллиард долларов в прокате, является полной ерундой. Кстати, фильм – полнейшая чушь. Ушел спустя 30 минут, до меня 4 человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы. Юлия Меньшова отмечает, что фильм «Барби» очень странный с точки зрения сюжета и феминистического послания. Однако, она хвалит актерскую игру Райана Гослинга, который проявил себя как потрясающий комедийный актер, даже просто стоя в кадре. Она также отмечает, что Марго Робби является прекрасной женщиной и хорошей актрисой. Телеведущий Дмитрий Борисов высказал свое мнение о фильме «Барби», отметив, что Марго Робби выглядит прекрасно, однако, кроме этого, в картине он не увидел других привлекательных аспектов. Он считает, что пиар-компания вокруг фильма гениальна, но это всего лишь розовый мыльный пузырь, который не стоит вашего времени. В отличие от Дмитрия Борисова, телеведущая и журналист Ксения Собчак в полном восторге от фильма «Барби». Она отмечает, что фильм снят красиво и смешно. И несмотря на первоначальное впечатление розовой сказки, в нем присутствует глубокий смысл. Ксения уверяет, что в фильме есть юмор и хорошо передана ирония. «Мне зашло. Я всю жизнь выхожу за рамки, слушаю про то, какая я страшная или глупая или неправильно мыслящая, и всех шлю с этим», — рассказала Собчак.